Запад, да? Привет всем, мы находимся в нескучном саду на тренировке команды Patriots. Нас сегодня раз, ну, блин, и такие два, прикольные по форме. И три. Такие нас сегодня всего трое. Почему? Потому что погода в Москве замечательная, плюс три. Поэтому зачем тратить выходной, свой день на тренировку, когда можно отдохнуть? Ну нет, вот там кто-то еще вдалеке идет, Колян вместе с кем-то идет. Так что на сегодня будет больше. Сегодня второй день турбоблока, и я не буду делать турбоблок, как вы уже поняли. Я буду делать отжимашки, покажу вам, чем мы занимаемся на тренировке, как вот выглядит часть или... Наверное, не знаю, пойдем мы до 1000 лет. Как выглядит вот это вот 1000 отжиманий, которые мы делаем. Начну со своих любимых отжиманий с ногами на возвышенности. Начну с них. Сделаю 5, может быть 6 подходов по 40 повторений с отдыхом в 3 минуты. Четко вот. 3 минутки и новый подход. Вот, ну а сейчас пока разомнусь, и мы еще немножко подождем, может кто-то появится. Может быть. Так, второе упражнение – это каскад турников. Вот у нас есть такие три турничка – низкий, средний и высокий. Будет 3 круга. Первый круг делается 10 от пола, 10 нижний переклон, 10 средний, 10 высокая. Это все отжимания 10 от пола. Второй круг – то же самое, только по 15, третий круг – то же самое по 20. И если вам покажется в какой-то момент, когда вы смотрите это видео, что отжимание от верхней перекладины это легко, то что, мол, высокое, то два важных замечания. Во-первых, вы делаете их максимально быстро, старайтесь разгибать руки максимально быстро. Во-вторых, просто попробуйте эту систему. Просто вот попробуйте ее сначала, а потом будете что-то говорить на тему того, что она легкая или не такая легкая. А я сейчас через пару минут покажу первый круг, как он выглядит. В общем, третье упражнение. Что? Что-то было там написано. Написано, что она включается. Поскольку я забыл записать свою сотку, как-то вот отжиманий закрутился и не записал, то вот у нас есть Саня. Саня еще не сделал свою сотку последнюю. Я не делаю, поэтому... что я делаю больше. Ну вот я сделал как Саня, только меньше. Я сделал 100, а он сделал 120. 125. Ну в любом случае, я вот это запишу. Это третий подход. Третий подход. Так что, ребят, да, это уже в сумме у них идет на 900 отжиманий. Общий счет. Погнали. Давай. Thank you.
Мы с Аней молодец, ребят. Вот я также бодренько сделал свою соточку, но не записал, к сожалению. Вот, и затем еще идут глубокие отжимания на столбах. Возможно, вы видели в одном из предыдущих видео. Вот на этих столбах. Вы сначала опускаете вниз, там делаете паузу 10 секунд. И затем делаете 5 отжиманий. Затем снова пауза 10 секунд в нижней точке, еще 5. И таким образом вам всем надо набрать 25. Вот, и на сегодня у меня получилось таким образом всего этого 850 повторений, 850 отжиманий. Я не дошел до 1000, потому что что-то у меня на этих сотнях... Ну, во-первых, первый раз, когда я сделал 2 сотни на даже упоре, но все равно, блин, это тяжело с паузами 20 секунд. И что-то как-то плечо у меня чувствуется, когда вот портится техника в повторениях, вот я чувствую, что-то в плече не то. И если вы чувствуете, что что-то не то, когда вы делаете, не надо делать. Не надо, забейте. Даже если вы там хотели сделать какое-то количество, но вы понимаете, что что-то не то, не надо. Не надо усугублять ситуацию и не надо быть как бы заложником своего эго. Ну не сделайте, не сделайте, сделайте в следующий раз. Здоровье, оно важнее, а если вы что-то травмируете, то это будет долго заживать, и вам придется прекратить вообще свои тренировки, что очень глупо будет, согласитесь. В общем, на сегодня все. Видите, у нас сегодня уже осталось сейчас гораздо больше, чем было в начале. Это здорово. И увидимся завтра. Будет новая тренировка, я что-нибудь постараюсь придумать. Пока. Итак, мы добрались до площадки. Каждый день новая площадка, вы же помните. И сейчас мы находимся на территории... Угадайте, какого московского государственного университета? Да, правильно, на территории того самого московского государственного университета. Смотрите, какой он красивый. Не особо видно, ладно, черт с ним. И здесь поставили новую современную площадку, чтобы студенты могли заниматься. Собственно, как вы видите, байда. Ты говорил про новые хомуты? Да. Такие же вот действия, как там у какой-то фирмы. А, это, кстати, старые хомуты, есть еще новые. А, или новые. Новые, у них еще новое покрытие столбов. Да, но убогое, как в Ростове. Как в Красное... И этом, у Турников тоже. Как в Петрозаводске. Ух, тебя вообще не видно. Столбы еще прикрыты какими-то чехлами. Вообще ничего не видно. А как я буду показывать что-то, если вы ничего не видите? Ладно, может потом высветлится на постпродакшене, как думаешь? Попробовать вот в сторону света просто. Да фигня, ничего не получится. В общем, брусья гнутые. Я очень надеюсь потом высветлить это все. Да, я сейчас перезвоню тебе потом. Что, брусья такие поверхностные? Это что? На предплечье, что сидеть? Это где? Не знаю, не знаю. Нет, это для инвалидов, наверное. Турники. Кстати, вот, знаешь, что хорошего? Высота хорошая вот этого всего. Да, но посмотри. Что? Да, это чтобы инвалид мог заехать и поотжиматься на брусьях. Нет, он сюда заезжает на коляске и здесь отжимается. А почему не может просто так подъехать и вот так вот взяться и поднять? Потому что кенгуру нужно продавать больше конструкций. Понятно. Специальных для инвалидов. Ты еще покритикуй их программу тренировок, которую они нарисовали. Не будем. Даже лучше не смотреть, там такую хрень нарисовали. То есть ты хочешь сказать, инвалид приезжает вот сюда, оставляет здесь свою коляску, проходит сначала сюда. Он поступает в МГУ. Будет честно. То есть вот такое решение, в принципе, неплохое. Ну, нормально, вот то, что они используют новую краску для турников, она убогая. Почему? Ну, ты экономишь на краске, но делаешь чехлы. Это не экономишь. Макс гордится новой краской. Она противовандальная. И для столбов она реально крутая. Противовандальная? Да. То есть, если я сейчас возьму топор и начну ебать ее, то есть... У нас будет много просмотров, да? То есть, у нас не будет здесь... У меня в тачке есть топор маленький. Погнали. Ты когда-нибудь разрушал площадку? Еще нет. На территории МГУ? Нет. Что они нас сделают? Отчислят? Хрен сомневаюсь. Хрен с два. И то есть, если я возьму краску, я не смогу, то есть, нарисовать. Я не знаю, но она более устойчивая. Ну вот видел их старые столбы, они все-таки обитые, побитые, все такое. Нет. Вот вроде как с новой краской этого нет. Понятно. То есть, так ли это мы увидим в будущем? Не отшелушивается. Ну не вечная. Лет пятичная. Ну да, 5 лет не год, это тоже. Ну то есть вот инвалид, то есть либо. Ну, может проверить, может покричать. Если бы я тут лег бы и закричал бы все такие. Вон девушка, вот одна девушка, которая там идет, да, она не дотащит мужика. Там двое еще идут. Так, что здесь еще есть? Рукоход,
маленькая перек... Вот, вот это вот зачем вот на такой высоте? Для чего? Для инвалидов. Ладно. А им для чего? Мой любимый комплекс, на самом деле. Вот этот вот комплекс, это мой любимый, потому что... Реально, вот такой комплекс и брусья гнутые. И все. Двойные. И все, да, и у тебя все есть. Это реально самое крутое. Вот прям в квартиру бы его поставить. Драконий ты тренишь, флажок ты тренишь, выход ты тренишь и брусья. Все, да, да. И даже перепрыгнуть через турник можешь, если совсем захочешь. Знаешь, сколько стоит вот этот комплекс? Вот хрень вот и брусья. 400 или 600 кусков без покрытия. Москва такая дорогая. Плюс еще покрытие. Да. Покрытие дорогое. Ладно. Все. Вот такая вот площадка сегодня. Вот, вот тут продумано для инвалидов. Здесь продумано, да. Принесите, вот видите, хоть в коляску. Все. Вот тут что? Но коляска там. Он на веревке ее держит. А что, он привязался? Он идет, а она такая. Я сейчас этот видос может собрать минусы за ваши шутки. Да, я знаю, да. Самое смешное вырезать. Написать, что мы вырезали кучу шуток про инвалидов. Да, простите, так здесь там ничего не видно. Ну, в общем, бред это. Брусья бред. Они должны были тогда спуском сделать. Да. И ездящую хрень, которую он ставит туда коляску, а ну, да. За ним. Больше ничего не хочешь? Чтобы тебе сделали. Боня, а нахрена тогда они делают брусья для инвалидов, если они ни хрена не для инвалидов. So sad. Уроды. Да, вообще. Ужас. Ладно, погнали. Все, на сегодня все, увидимся завтра, пока. МГУ. Единственное, зачем сюда можно поступать, это так садиться такой.